Привет, боец! Я продолжаю свои видеоуроки за здоровый, за трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека, за единоборство в жизни каждого человека. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк. В конце этого видеоурока есть бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно, просто кликнув по ним и подписавшись на рассылочку. Поэтому приятного просмотра и удачи в тренировках! Был такой вопрос, даю на него видео-ответ. Как я обещал, буду стараться давать видео-ответы. Казалось бы, что тут сложного — защититься от лоу-кика, когда все знают выставить колено, подставить ногу, и все будет хорошо, у противника будет травма. Но на самом деле не все так просто. Очень важно выставлять колено перпендикулярно к удару. То есть часто, особенно новички, когда стоят в стоечке, начинают выставлять блок, выставляют просто перед собой. И после удара их сносит вместе с ногой. То есть здесь не нужно просто поднять ногу. Да, ты перестрахуешь бедро, да, если просто поднял ногу, удар придется сбоку. То же самое на правую. Удар придется сбоку. Будет больно голени сбоку, да, можно повредить икроножную мышцу ударом сбоку. Главная задача — не просто поднять ногу, а именно выставить колено навстречу удару. Когда нога противника летит, и вот сделать вот эту вот подставочку, чтобы он врезал четко в колено. Не просто сбоку ударить и снес удар вместе с ногой, а именно четко в колено. То же самое с правого лоу-кика. Я выставляю колено в сторону. Я делаю не вот этот блок, не перед собой поднимаю, а именно в сторону. Я подставляю колено, чтобы нога противника перпендикулярно легла. Тогда для меня это абсолютно никак. У меня есть жесткая устойчивость. Я подставил. За счет того, что я в сторону выставляю, я никуда не лечу. Меня никуда не сносит. А он пробивает как в стену. Противник вставляет ногу как в стену, делает удар, я подставил, все, бэм, у него боль, я сам чувствую, как пробил, четко попал в голень. То же самое на левую, он бьет, я могу и левой подставить перекрыться, и правую подставить перекрыться, но опять-таки в сторону. Это основная, главная защита. Дальше, для более таких уже опытных, есть еще расчет дистанции, оттяжечку делать можно. Когда противник бьет лоу-кик, я делаю оттяжечку, проваливаю. Это очень сильная штука для контратаки. В следующем видеоуроке покажу контратаку под лоу-кики. То есть опять-таки бьет, я подтягиваю опорную ногу, переднюю ногу, подтягиваю к себе, просто подтягиваю, и двумя ногами отъезжаю назад просто. То есть скользю по... Да, делаю такое скольжение по полу, но обязательно убрать переднюю ногу, на которую идет удар. То есть он бьет, раз, я оттянулся, после лоу-кика всегда остаются боком себя. Если человек, боец, знает, как бить лоу-кик, он всегда туда доворачивается и старается ложиться. И когда цель уходит, нога улетает. То есть сейчас мы отрабатываем просто защиту без удара. Но это очень такая сильная оттяжечка, очень сильная штука для контратаки, что противник остается спиной. И такой уже более сложный момент — это подхват лоу-кика, но это нужно делать сознательно. Для этого нужно быть готовым. Для того, чтобы схватить лоу-кик, нужно его принять на ногу просто. То есть когда ребята работают, вот встать, и здесь уже можно подловить. Для чего это делать? Понятно, что можно принять лоу-кик довольно болезненно, но для того, чтобы это было менее болезненно, делается шаг навстречу противнику. То есть он бьет, а я к нему подхожу, делаю шаг. У него нога еще не успевает разогнуться, и вся сила не успевает еще вложиться. То есть вот здесь очень больно будет. Вот здесь, пока нога согнута, еще силы нету в ударе.
И вот здесь, когда я делаю подшаг к нему, делаю подшаг и принимаю, я одной рукой могу подхватить. Для чего? Для контратаки. То есть я подхвачиваю, дальше отбрасываю и работаю. Вот такие три основных защиты. Первая – подставочка, блок навстречу. Вторая – оттяжечка. И третья – словить. Сделать шаг навстречу и словить. Вот это отрабатывай аккуратно, спокойно, сначала очень внимательно, очень аккуратно. Спасибо за внимание. До встречи в следующих уроках.